200 КИП? Да. На всех персах вместе взят? На одном. Так, давайте чекнем его. ОФК. А у нас ни у кого столько нету. Это было когда-то. У психа. Там скрип. Че вы чекаете, ИП? А? Хуйня. Так Светодар ливнул, потому что ему стало стыдно? Да. Нет, он пошел персов подавать. ГП нахватал на Светодара, он хотел Светодара одеть, и поэтому будет ходить, наверное, с бульбулятором по роллу. Там они ж по роллу все отдают. Дайте лапку. Блин, он же говорил, что он ливнул, он пошел с бульбулятором в рейд, что-то там шмотки какие-то забрать. А у него ретрика не было на Светодаре? По-моему, он сегодня уже ливал. Это второй раз? А, да, понимал? Это второй раз. Есть у кого-то джи? Классно, короче, что он ливает, это вообще так очень важно. Ну, люди, с которыми я общаюсь, ливают из гетти. Слышь, не общайся со мной. Стоит задуматься. Давай. Ладно, извините, не буду мешать. Раз или целка 25 гер? Что ты говоришь? Если это раз будет раз или целка 25 гер? На, посмотрим. Хотелось бы две РСК, потом целка. Видимо, времени мало. Сильверлайт готова? Дайте лапу, лапы. Ну, начинаем, Момента Мори. Жесть. Бля, ты, кстати, замечаешь бибу? Что ты сказал про жесть? Говорю, лапы нет. Бибов, ты начинаешь замечать, как ты начал похож быть на Свято? Поклонский, он и семетку. Лапу, да, нехороший. Да. Хуя там, блядь, туса. О, короче, заткнись, сейчас стра идет. Стали квадрат, бейте босса. А, лужа, квадрат это шли. Как-то лужи странно стали разливаться, плохо. Сбейте огонек. Давайте квадрат встали. Поклевайте трэш, подведи трэш в квадрат. Так, побежали. Оху, классная лужа. Лужа не забегайте только. Лужа в рейде, в квадрат отошли. Слятинка выноси. Вот сейчас, только сейчас можно дать звездопад, прожать дубовую кожу и хватку природы. Если ты так будешь делать, то ты никогда не умрешь. Так, ГДК заходит, сжимается, рейд заходит. Четвертая пати остается добивать големов. Иннеры заливаем козырному. Булнайс, выноси метку. А вот я когда во тьму захожу, я же на Хорионе, получается, опять с нуля, да, агро набираю? Чё? Да. Волшебно выноси. Заходите. Понял. Давай, кланобой, звездопад. Иннеры транга заливаем, кто не заливал. Стали в квадрат, сейчас метка, одновременно с лезвием. Уверенно выносим назад, не в лезвие, видишь? Это сейчас лезвие появились. Диспел его. Забегай обратно в рейд. Вот, это был нормальный вынос. Мозга.
Шека. Видите, да? Просто пишет. Да. Фаза и сейчас будет метка. Козырной выноси. Планбой, ты понял свою ошибку сейчас? Тебя чуть лезвием не сбрило. Ты хоть посмотри, куда ты выбегаешь. Звездопад давай сейчас. Встали в квадрат. Потом вы обижаетесь, что я кидаю ГП. За метку выноси, кубовую кожу прожимай. Мог бы сам себя здесь поедать, ну ладно. Бежали метеор, во тьме даем рост. РДД. Сейчас появится большой голем. Его нужно будет убить. Играем все в него. Поклонский выносите метку. Никто сейчас не бьет мелкий трэш. Поклонский забирает. Все. Милики мелкий трэш. РДД большого голема. Все, помогаем сейчас мелкий трэш залить. Я грозой ебашу. Видите? Квадрат что делает. Джубанга метку выноси. Все, холеный играем. Далее в квадрат, сейчас будет метеор. Взрывом разума не забываем бить. Побежали метеор. Так, Джубанга, отходи на расстояние от луж и пой гимн на ману. Поклонска, давай сакру. Сакру давай. Потом гимн отхил. Потом гимн отхил, РДД большого голема играем. Транга ставь тотем маны, фотон по гимна ману. Все большого голема играем. Вот сейчас можно звездопад прожать, планобой. Питкин, выноси метку. Добили большого голема, сыграли Халёна. Свет, Халёна, свет. АМС, прожми, Питкин. Встали в квадрат. Побежали метеор. Поклонский, давай каплю на Гелда. Играем пока в Халёна. Трэш не бить. Ну уже в рейде, в квадрат отошли. Потом выноси метку. Так, РДД. Сыграли большого голема. Потом диспель сам себя, ты прист. Ох, блядь, сложно, сука, с вами. Планобой, поднимай уверенно, воет суслятку. Играйте большого голема все. Машека, выноси метку. Добили большого голема. Бля, забыл, что диспель устрял. Блин, свет не бейте. Побежали метеор, тьма, стопайте дамаг. Побежали, тьма, стопайте дамаг. Нужно на мелкий трэш добить. Все осторожно играем в мелкий трэш. Транговый на семетку, встали в квадрат. Лужа в рейде. РДД большого голема переключились. Блять, ну кто так... Падаем. Так, уверенно, шлятинка нам подосрал. Пали сейчас рейд, потому что умерли. Не смогли убить мелкий трэш. Бля, может что-то какой-нибудь рокировочку сделаем? Я не смог сделать, мелкий трэш. Нет, ты умер. Нам пришлось тебя бэрить. Потратили время. За это время мы могли слить трэш. А ты в курсе вообще, почему я умер? Нет. Потому что меня мелкий трэш запинал. Ну, как можно помирать от мелкого трэша? Скажи мне, пожалуйста. Хант? Я не в курсе, как можно умереть от мелкого трэша, но меня трэш убил. Пиздец, уже магаз закрылся. Вы не знаете, как Хан может умирать от трэша? Знаю, когда на пул идет в Халеон. Понял. Значит, ты в Халеон не умеешь. На крайний случай прожимай. Смею твориться мертв. Поддерживание это? Мертвым притвориться. А, мертвым? Да я не успел бы, чё там, капец, меня вынесли на. Не, ну ты если видишь, что ты убиваешься в трэш. То есть есть возможность, просто заранее прожимаешь и все. Вообще тебе нужно больших тоже бить. Сколько там мы тут? КД 30 секунд, а ловушка 20. На что тогда на притвориться мертвым? Ну да. А 25 секунд ловушку. 222 тысячи от ханта
330 от совы. 137 от ШП. Там еще ж, кажется, волшебно во тьме. До стены донес метку. Смотри, почему уверенно напуливал на Халеона, если я сказал напуливать на протопала? Всегда на протопала напуливал, может случайно, то не знаю. Тогда почему ты напуливал на ДК? Просто почему? Мы же говорим тебе, ну, ты напуливаешь трэш, это 4 секунды, а потом бьешь большого, потому что у Ханта нет талантов на снижение агро. Ты очень много агро генерируешь на мелком трэше. Ты его можешь сорвать и сдохнуть поэтому. Поэтому ты напуливаешь мелкий трэш, а потом бьешь больших спокойно. Если хочешь же в таком случае побить мелкий трэш, то бьешь, притворяешься смерти и опять дальше продолжаешь бить. Ты можешь каждый трэш притворяться. Ну так он и притворяется мертвым. Он только, блядь, переигрывает. Слишком натурально, да. Ладно, это было смешно. Вот видите, хилы на пул очень много решает. Да, самогон, ты был прав. Насчет чего? Насчет чего? Так. Насчет чего? Это уже ничего. Ну ладно. Ну ладно, идем так. 24, Эретри, теперь ты во тьме остаешься. Чек на бафах. Неким Богдан уже. Или кого пала? Приста бафа. Директ. Сейчас зайдет хант и мы убьем, скорее всего. Ты про волшебную говоришь? Напиши просто ник. Давайте тогда уверенным неким заменить, короче. Лимошка волшебная, добегайте до стены. Только тогда диспельте с себя. Бугланд то же самое кидайте. Да. Можно пинту? Сейчас зайдет человек, поможет нам. Чем ты меня сумонишь? Была. Да, лень на ханта зайдет, ты прав. Посмотрим, что сейчас будет с трэшем. Так, давайте бафайте ханта. А сколько мы сейчас в этот раз оставили лямов? 10-15 где-то? 8-4. 8,5 это куда? Ого.
Прогресс, блядь. Да. Что такое? Через месяцок, глядишь, набивать научимся. Хотя бы бабычки. На Вармении этому оставили. Махтеридон. 1.2, там все просто так. Ну, бля, круто было, типа как это правильно сказать, эйфория, во. Ходите за ленью. Терс готов. О, прогресс, пиздец. Ну, короче, я на убийство так и не попал. Получи, пожалуйста. Больше страйф или все. Немного начинает нервы шатать уже. Может, тут уже он сова клонобой понял, как звездопад взять. Не зря сидели, да, нахуй? Да. Бежали, смотрим, где лужа падает. Мы уже спешим. Лужа разливается плохо, становимся в квадрат. Следите внимательно за лужами, они как-то очень плохо разливаются в последнее время. И потом выносим метку. Подведи чуть ближе к мили там, пожалуйста. Давайте, стали в квадрат. Ретрик, лимошка, отойди в квадрат. Я ларашиваю на семетку. Сейчас будет метеор. Станем в квадрат и побежим. Побежали, метеор. Смотрим, куда лужи разливаются. Справа от нас. Отлично. Ни в чем метка. Дальше трэш выводи, дальше трэш. 5 стаков на трэше. Сейчас можно звездопад заюзать. Бейте Халиона. Клонобой, бей Халиона, а не грызой. Трэш. Ни команды не было. Теперь добивайте трэш. БДК, заходи, хилы, заходите. Все играем в кружочек. Сколько маны у Джан этого Транга? 50%. Заливайте все инеры Транга сейчас. Руманка, выноси мир. Скажите, когда зайти во тьму. Заходи. Пошли. Входим во тьму. Так, звездопад юзай опять. Так, инер козырным залил. Смотрим лезвие, сейчас будет метка одновременно с лезвием. Ретри, выноси метку. Башкири. Фотон, пой гимна ману. Длину ухи ставь тотем ману. Просто что-то вы реально просили по мне, особенно Елараш. Так, все, заканчивай с гимном, побежали. 51. Готовимся. Так, ретри, выноси метку. Выходим в портал. Вторая, третья, четвертая пати. Становимся в квадрат. Даем СС на Silverlight. Даем рост цвету. Юзай звездопад, клонобой. Потом метку назад. Сам себя диспелишь. Рассеивание скилл называется. Возвращайся в квадрат. Побежали метеор. Во тьме даем рост. Смотрим в свету лужи. Начинаем бить большого голема. Касается всех РДД. Уверенно метку назад выноси. Диспелю. Сыграли в большого голема. Халиона в свету пока не бить. Перебью взрывом, бейте присты. Присты бьют взрывом. Добили большого голема. Теперь бьем Халиона.
Сейчас обновлю метку, без паники. Я завис. Ты завис, это плохо. Побежали, ничего. Развис? На пульте большого на БДК. Давайте, на пуле на БДК большого. I'm sorry, выноси метку. Так, играем большого голема, от мелкий трэш пока не бить. Отводи дальше трэш. Все большого голема. Елд. У меня он только упал. Я не знаю, вы БРК нормально меня слышите? Да. Видите, досадное невразумение. Просто БДК завис. Так, ничего, вы не здесь. Ладно, давайте еще раз попробуем. Хрен его знает, что это. Ретри, ты тут? Да. Так что ты говорила про дизморальные гильдии, там кто-то ливает. Кто ливает? Я вижу людей. Светодара. Светодара. Подумай, почему он ливнул. Обиделся, может, наверное, вот и ливнул. Обиделся, но то, что слакал? Он просто заслакал 4 или 5 раз. И просто потом ливнул с рейда. В чем здесь гильдия и вообще рейд? Он персонажа удалил. Ну это хреново. Что-то с ним не лады было в последнее время. Всех удалил. Он ни одного удалил. Блин, он просился еще паладином, сразу в РС, я его сразу взял. Карма какая-то, да? Есть у кого-то Джилс или мама? У меня кончились рейди на руин. Так, спасибо, блин. Да поставь... блядь, поставьте маму. И нервничай ты так. Ну то я сейчас буду нервничать. Давай. Ах, теперь я окажусь виноватым, что я довел его до удаления чаров. Ты, блядь, меня уже нахуй доводишь, я тоже сейчас удалю перцов. Да я не знаю. Пока еще держусь. Держу. С чего вы взяли, что удалил? Ну, потому что у нас уже нету Светодара и остальных. Чек на пул на АФК. Если он бы перенес, это была бы вражеская фракция, так не найден. Странно. Там же сейчас скидки на перенос, да? Да. Если он бы перенес, была это? Бы не думайте херни. Давайте, заходим за линию. Он удалил персов, походу. Все, Аня, подожди. Гелд. А за один же бонус можно, да, восстановить? За один или за сколько? Да, можно. Сейчас не об этом. Момента моря начинай. Ой, да спроси, он знает. Тоже удалял? Да, наверное. Давайте, встали, квадрат. У нас дизмораль идет от того, что мы вайпаемся. Вайпаемся мы из-за того, что не выполняем тактики. Не выполняем тактики из-за чего? Ну, либо глупые, либо упертые, не знаю. Минус 2. Это плохо. Вы что здесь? Случилось? Зависли, наверное. Вдвоем? Да. Но компьютеры играют. Ладно, мы походу зависли. Давайте заходим в лужу. С PlayStation, наверное, играет. Бля, в пизду, я последний драйв, нахуй, ты ебал уже. Ну а что я поделаю? Танки зависают, там два человека зависает. Коли Пал удаляет персов. Че он удалил его? Че, серьезно, удалил перса? Ну да, это неудачное стечение обстоятельств. Потом будут думать, что мы не можем раз привести. Хотя это просто не везет. Да. А завтра мы узнаем, что мы выпрыгнул в окно нахуй. Ни к чем в два окна, да? Типа и хилит, и дамажит. Да, да, все верно. Он там питальку на варе поставил. Ух,
Ой, походу сегодня будет одна РС. И... Да, лучшем случае. Да, целка 25 гер не будет. Но я хотел две РС-ки пронести, а потом еще целка собрать быстренько. То лучше ВВК, пойдемте? Ну, да, пойдем ВВК. Блять, че вы этого ВВК забудете? Там не быстренько надо. И пронесем. Там вайпаться не надо. Это точно. Джубанг объясняет для тебя. Взрыв разума регенит ману участникам рейда 10 человек. В свету у нас обычно нету ретрика, поэтому все хилы РДД с маной проседают. Поэтому мы просим, чтобы присты били взрыв разума. Вообще взрыв разума не... Ты не теряешь ДПС, если ты его юзаешь как надо. Пиздец, блять. Прист 6.3 не знает нахуй, для чего нужен взрыв разума. Я хуею нахуй. И поэтому у нас и проблемы выходят. Кир, давай ресайся, что у нас люди основ не знают. Хотя, блин, ну не знаю, мы каждый рейд мы повторяем про взрыв разума, про напул, про метку, про лужи. Сколько можно уже? Сколько можно? Про крик, про метку. Давайте, чек на баф. Сейчас бы на моем месте там бульблятор, наверное, полетел бы на Марс. Или какой-то там Меркурий. А я с вами нормально. На Марсе классно. Кинту, пожалуйста. Меркурий бы, да, Нептуна улетел. Каску. Мага. Сейчас будет каска. Сильверлайт АФКшит, раздаст крест. Есть кресты у всех. Святослав Подшибякин. Туда подтверди готовность. Заходим за линию. Это кто? Блять, кто нахуй? Момента моря, начинай. Свят, что? Сука, каску-то нет. Поклон, скидай каску на мага. Кирилл очень нервничает. Бля, на пульте на меня хорошо, у меня это хуен, когда... То есть трай первый раз криво поставил. Смирай, назад мне. Главное будет, тебе не надо говорить про звездопад уже, да? Ты шаришь, как его вязать. Бежали, метеор. Смотрим лужи. Лужа в рейде, отходим влево-вправо. Два вара. 80% хп потеряли. Фотон, выноси метку. Забери с хилов. Ёб твою мать. Ну пиздец. Сейчас меня нервы сдали. Забери двух мобов, пожалуйста. Хила убивает. И на ретранга залили все сейчас. Бафы под ранга. Крестобаф, лапу, интеллект. Каску, крест. Встали в квадрат. Побежали. Транга бы тоже там, блять, это ж шел бы подальше. Не тупо спамил цепуху. Без комментариев. Джерри, он скатился. Так, ни к чему, выноси метку. Играем в Халиона. Ты дал звездопад уже? Так, Монтеморе сразу заходи. Играем в кружочек. Взрыв разума не забываем. Сейчас не вижу его, кстати. Потом давай обновляй. Козырной, выноси метку. Все ины разолили. Заливайте сейчас шаманом, козырному транга. Жубанга, выноси метку. Заходи. Все, давайте заходим, там БДК добьет сам 50 тысяч. Давай, кланобой, звездопад, молодец. Стали сейчас в квадрат. Будет лезвие с меткой одновременно. Ел раш назад метку. Вот кто-то
Плохо вынес, кстати, перед тобой метку. Нельзя выносить под морду прям. Так, Фотон, давай гим на ману, длинухи, тотем на ману. Слишком сильно просили шаман. Ни к чем выноси метку, ни к чем захилить. 40% хп у него. Так, лезвие, смотрим. Переходка сейчас. Ждем, дамажим пока лича. Не выходим. Ждем лезвие. Осквернение. Слятинка, выноси. Помолчи. Выходим себе. Давайте. Звездопад юзай. Дали рост в свету. Взрывом разума ввел. Питкин, назад метку. Прожимай всегда АМС, когда выносишь метку. АМС незыблемость. Забыл тебя, что я диспель. Побежали. Во тьме дали рост. Теперь цвету смотрим на лужи. РДД, переключайтесь в большого голема. Лужи в рейде, отошли, отбежали. Потом выноси метку. I'm sorry, молодец, ты самый лучший человек в мире. Да сука, нам так криво. Похуй. Бейте большого голема. Кланобой подымай, I'm sorry. Все большого голема. Машека выноси далеко. Большого добить голема. Сыграли все мелкий трэш. Квадрат отошли. Машеку захилите 13%. Побежали метеор. Поклонского хилим. Отбежали. Давай сакру поклонский. Керс выноси метку. Поклонский сакру. Большого голема сыграли. Тима, стопайте дамаг. Потом гимн отхил. Джубанга гим на ману. Тима, стопайте дамаг. Клановой можешь прожать звездопад. Вот вы бисто захиливаете. Поклонский, выноси метку. От черепа отходим. От черепа отошли. Не бежать на череп. Добивайте трэш. Побежали метеор. Тима, стопайте дамаг. Джубанга гимн отхил, блять, опять поклонский неметка. Бейте только Халиона и большого голема. Все в большого голема. Фу, вот это жестко. Вот бис, подними джубангу. Не могу пока трэш. Сейчас. Все, добили большого голема. I'm sorry, выноси метку. Дайте бафы по всем, короче. Пристабав каску. Все в мелкий трэш сыграли. Блядь, ну почему? Почему? Побежали метеор. Так, падаем. Ебать. Ты ебало, блядь. Почему так жестко трэш сливается? Что, Олег, не нужно уходить уже. Меня уже бесит, блять, пиздец. Питкин, 2-3 ляма. Нахуй, сейчас персов удалю. Менты море покидает гильдию. Кто будет удалять, отдавайте мне. Окей, удалю и отдам тебе аккаунт. Че, может рейд 3 в СТО отправить? Будем 4 ДД во тьме. Давай. Наша гильдия с колен поднимается. Первая ресочка, целый час травим уже. Бля, да. Мне кажется, мы тут дождь сидим, не? Мне кажется, часа полтора уже. Или два. 20. Блять, будете тупить дальше, будем больше сидеть. Давайте солчат какой-нибудь возьмем, лёлика там, комика. Так что, мне во свет или во тьме оставаться? Во свет иди, блять. Нет. Во свет. Будешь мелкий трэш заливать тут. Чтобы трэш хорошо заливался, нужен хотя бы средний код, средний рок, средний АДК. Хотя бы. У нас только один код что-то вывозит. Ну и срок еще немного. А ДК вообще 3 ляма надамажил, это пиздец.
Питкин, ты лужи кидаешь. Смерть у тебя... Атака на первом месте. Смерть от заражения должна быть на первом месте. Почему ты не кидаешь лужу по трэш и не обновляешь мором весь трэш? Мором чему? Кидает. А почему у тебя такой урон маленький тогда? Это странно, озноб 15% кровавый, чем на 4%. Питкин, кажется, ты не обновляешь мором. Просто как объяснить, мы трэш полгода бьем, а у тебя 3 ляма. Притом от лужи 5 место по ДПС. Бля, анхоликом можно больше, чем рог дамажить в РС. Давайте ставьте шкаф, сейчас будем АДК учить. Сову, ханта, наверное, научили уже чему-то. А чем меня учить тогда? Ну, не знаю, как сбрасывать брони. Да, того, что вы один раз я умер, ничего не было. Не, ну, уверенно, умираешь ты уверенно. Базара нет. Ладно, хватит поясничать. Просто мы уже немного нервные, так как полтора часа здесь сидим. Спел с кипания крови, типа. Она тоже, типа, бьет массух, и когда много трэша. Прожимаешь АМС, прожимаешь скипание крови. То есть получается, если на тебя трэш агрится, даже там через АМС он тебя не пробивает, и плюс тебе регенит энергии. Ну короче, это надо знать механику класса. Да блять, нахуй ты меня присуммонил. Да. Рыбу поставьте. Ты и рыба. Не знаю. Станет без рыбы. Что? Рыба стоит, да? Да, вон рыба стоит. Сейчас посмотрю, как будет АДК играть у нас. Сейчас буду за ним следить. Давайте чек на пул. Лимошка готов, Фотон. Потом. Да, кстати, First Life забыл уже, у нас ротация, ты остаешься добивать дилеммов. Эрон-дон-дон. Так, заходим за линию, все готовы, начинай. Пидор, сука, блин! Что это за дерьмо? Ты его, по-моему, даже не ударил. Ударил, ударил. Дали в квадрат. Ну, в смысле, в квадрат. Вот в этот квадрат. Ну, заходим в лужу, умираем. Зачем? Зачем? Метеор падает. Так не, все же живые. Пофиг. Афиг не отключил диспел. Еще таких героев. Сколько еще, сколько еще, сколько еще героев. Ладно, давай смотрим, кто диспелил. Давай посмотрим. Брумон какой-то. Скорее всего, это один. Да, пацаны, вы задрали. Вы знаете, что вы играете на циркле? Тут насрать. Выключить, я не выключил. Вот у меня Навара сделал макрос на перехват по фокусу. Какого-то хуя он бежит не по фокусу, а в этого. А в типа, в которого я, короче, взял цель. Это циркл, ребята. Забудьте, удалите эту всю парашу. Че, он все, забагался? И какой-то даун на меня диван кинул. Ура! Да не, надо просто сагрить босса. Он сейчас поэтом каким-то. От ДК отправь поэта. Он сейчас сагрится, он убьет нас всех в инсте и все. Только дохните все. Ну или нет. Да давайте все с инста выйдем, или пусть маг, блин, конец какой-нибудь, вот этот вот суслятинка, и даст он пизду. Да я сами это, вот. Так, и теперь давайте ведем его в Долоран, и там 20 тело отбить. А ну, попробуй, блин, конуться.
И добивай Халеона, потом разрулим все это. По ножикам. Надо было шипы ему первого левела повесить. Чего? Да нет, тормозите, просто киньте на этого, как его, на пэта, как там это называется, паладина. Ну ладно, вот. Забей, не напрягай мозги. Корону. Пошлите просто выйдем все и все. Да, пошли выйдем. Вон слева трэш и справа трэш, который они убили, можно его сами. Причем за трэш вообще? Давайте сагрим трэш. Попробуем так. И что это тебе дало? Ну, сейчас все умрут и посмотрим, что будет. Бля, ебать, умно нахуй. Так, смотрим. Джерри, он понимает всю тщетность серва и продает Лада, короче. Не все умерли. Ну давай сейчас выйдем. Заходи. Лимон, девушка, иди умирай. Давай посмотрим, что будет у нас. Так, он Джубанга зашел. Вот какого хуя вы заходите? Нету слов. Пиздуйте, я говорю, трэш. Все, нормально все. Вот как? Вот я уже начинаю говорить маты, просто вы не понимаете, что от вас хотят. Бля, ладно, надо собраться. Сколько у вас драйв уже было? 3, 6, 9, 10 драйв, походу, минимум. Из них 4 глупых на первой фазе. Давайте, если не убиваем РС, если мы не убиваем РС, я распускаю гильдию. Давай, блядь. Ты отдаешь ГМ самогону. Поднимай это. Меняй власть льда на власть крови сразу. Бафайте, рейд. Здесь не убиваем, отдаешь мне ГМ, да? Да не. Пиздец, нахуй. Че, за слова не отвечаешь? Кидал, а? Не, ты можешь задницу только пойти с такой просьбой отдать ГМ. Чекайте, че там по бафам. Да, отдашь ГМу Войду, идет? Да, конечно, отдам. Трисия и Войд будут с ОГМами. Сильверлайт, Блудлайнс. КД дайте, блять, КД говорю. Горн дайте. Заходите за линию. First Life кинешь СС на Сильверлайт на третьей фазе. Давайте, это лучший момент в истории ги. Слушайте, можно просто в целка ходить там. Можно реально собирать 5 целка вместо резать. В обычки. Нокс. Тоже все. Так, Ментамори, начинай. Он спулил нормально, уже половину успеха, короче. Пацаны. Это 4-х рыцарей не убьем. Как тут агрить? Это первый раз. Козырная, выноси метку куда-нибудь. Только не в рейд. Давайте, метеор, побежали. Следим за лужами. Лужа в рейде. БГ. Только просто как на заказ. Милик, видите, как ходишь. Жубанга, выноси метку. Чё мы за хинти? Давайте в Халеон на больше дамаги, очень седает по ДПС. Все, милики, бейте быстрее, бейте. Делт метка. Стали в квадрат. Убежали на метеор. Смотрим опять лужи, далеко убегаем, а лужа опять в рейде.
Так, First Light, выноси метку. Так, можно дать звездопад. Бей Халиона этот клонобой. Сколько процентов, подскажите? Два. Два. Ну чё там, Элараш выноси, всё. Прожимайся, заходи. Четвертая патия остается добивать голема. Кружочек давайте будем бить. Взрыв разума, где я не вижу взрыв разума. Ты только лишь все. Уверенно выноси метку. Уверенно только выноси. Не уверенно. Уверенно козырной. Как в Мэтмаксе посредственно. Поклонский выноси. Скажите, когда зайти. Сейчас. Блять, пивчик, тебе кто воды взял? Да хоть, да заткнись, блядь. Смотри по трэшу, что ты там выйду. Танте квадрат. Лезвие. Машека выноси. Машека уверенно дал пизды Момонтамори. Ага, блядь. Да. Таньте квадрат. Тима, там по диспельте метки тут. Я сейчас диспелем. Так, давайте Иннера козырному заливаем. Вот бист Иннер на ухо. Так, опять 52, да? Хорошо. 31 пишет. Про 31. Смотрим, сейчас метка и портал. Поклонский выноси. Рейд, выходим в свет. Помолимся Аллаху, чтобы убили босса. Ого, как-то дернулся, да? И трэш вышел, да? Я поспал немного. Да, все верно. Ретри, выходи, давайте рост. Встали в квадрат. Фотон назад, метку сам диспелишь. Взрывом разум объем. Так, Ретри, будешь помогать мелкий трэш бить. Следи за агро. Побежали метеор. Метеор на танке в квадрат сместились. Поворачивай. Что там? Во тьме дали рост. Смотрим лужи. Лужа в рейде. Конец. Караул. Гейм овер. Почти гейм овер. Кёрс, выноси метку. Так. Да, поднимай Сильверлайт. Клановой, поднимай Ретрию. Большого голема. Играем. Держитесь, сейчас поем гимна ману. После. А, все, бабы. Все, расход ги. Не. Выноси до стены, пожалуйста. Я тебя молю христом, блять, не знаю, каким, ладно, блядь. Выношу, выношу. Оба нахуй, да? Реально я вынес. Люди, которые умирают. Уже получает ГП. У меня уже даже аддон ГП не отображается. Все, гэмку сняли. А вы вообще видите, как я накидывал ГП людям? Нет. Ну, было чуть. Не, оно нет. Оно не отображалось в отчете? Нет. Ну посмотрите, в аддоне там дофига ГП накинуто. Ну там есть что-то. Ну, Сильверлайт, Ретро, Суслятина, уверенно, вот последние разы. Это было в 22.48 последний раз ты накидывал. А до этого 22.09. Ладно, я last try. Так, ну давайте, чек на бафы. Ты Last Try, серьезно? Угу. Не вставать в 6.
Уверен, это тут? Давайте, ластай, быстренько вайпнемся, как обычно, и все, пойдем отдыхать. Там лапу дал, заходите за линию. Можете также и заходить в лужи. Мы быстро закончим этот рейд. Чек на пул. А что там, вас лужи убило, да? Да, два человека в луже. Ну, хил упал и все. Все, момента море, давай начинай. Встали в квадрат. Рейд, встали в квадрат все. Мелики, отойдете перед метеором в квадрат. Лимошка, выноси назад метку. Возвращайся через хвост, побежали метеор. Смотрим внимательно лужи. Лужа опять в рейд течет. Кланобой, назад метку, прожми голову кожу. Диспель сам себя. Бьем всех Алиона, потом трэш побьем. Кланобой опять метка. Принтов нет, через хвост беги. Побежали метеор. Смотрим лужи. Лужа в рейде. Отошли в квадрат. Далеко отходим. Все, милики, начинайте бить Халиона. Все в Халиона играем. Ранган метка. Звездопад пока не юзай. О, теперь может не юзать. Так, фаза. Жди, пока не заходи, лужи просто. Все, заходи, рейд, заходим. Четвертая пати, остается добивать големов. Взрыв разума, где? Не вижу. Снова не вижу взрыв разума. Должен по КД юзаться. Так, залили иннеры козырному. Питки, назад метку. Лараш, назад метку. Заходить. Все, пошли заходить. Пошли заходить, блядь. Здесь все. Пошли. Транка, экономим ману сейчас. Встали в квадрат. Лезвие с меткой одновременно. Редбист метка. Длинноухи, выноси назад. Да, не готовься. Угу. Смотрим, лезвие, не выходим, ждем лезвие. Закончится лезвие, выйдем. Ждем метку сейчас. Так, поклонский, выноси. Все, выходим в свет. Выходим в свет и становимся абсолютно все в квадрат. Взрыв разума. СС на Silverlight. Звездопад прожми. На все квадрат. First Life назад метку. Нет, это лево. Надо назад выносить. Побежали метеор, в свету дали. О, во тьме дали рост. Во тьме рост. РДД, переключаемся сразу в больших големов, смотрим лужи. Повезло. Машековы. Выноси метку, РДД большого голема все сыграли. Свет не бьет Халиона пока. Рэд, реиграй мелкий трэш. Все, добили большого голема, приключились к Халиону в свету. Беги, малышка, беги. Вот бис назад метку. Спелю.
квадрат. Все в квадрат. Чтоб лужи нормально разливались. Побежали, метеор. Смотрим опять лужи. Свет не бьем Халиона вообще. Транговы на семетку, поклон скидывая сакру, в большого голема все сыграли. Все в большого голема. Миленький мелкий трэш. Аккуратно. Фотон, давай гимна ману, транга ставь тотем. Взрывом разума, бьем бейте Халиона РДД. Сильверлайт выноси метку, поклон скидай каплю на БДК. Добили мелкий трэш, играем Халиона. Побежали метеор, ретри, давай каплю на Гелда. Кто это? Всех Халиона святую бьем. Кто это, блядь? Блядь, на Гелда. Ретри, выноси метку, сама себя диспель. Играйте большим големом. Кто тут? Нет, в какую это? Все, забей, бей трэш. Играйте большого голема РДД. Звездопад, дай. Уверенно выноси метку. Уверенно выноси метку. Захильте уверенно, встали в квадрат в одну точку. Халиона свету не бить. Побежали метеор. Стопайте, стопайте в свету. Не бить Халиона вообще. Ждем только трэш. 30% свету. Это пипец. Поклонского на семетку. Бьем только большого голема. Живите, тьма, умоляю. Джубанга гимн от хила. Потом гимн на ману. Подведи трэш мелкий под квадрат. Играйте большого голема. Добили большого голема, переключились мелкий трэш, сильверлайт метка. Поклонский давай на Гелда каплю. Стали в квадрат, бейте Халиона. Все в квадрат стали, побежали метеор. Далеко бежим. Смотрим, как разливаются лужи. Халиона свету не бить. Лужи разливаются нормально. Фирстлайт выноси метку. Играем большого голема. Пелю. Козырной выноси метку. Длину хихиль танка. Исцеление танка. Я могу каплю дать, если что. Давай каплю на Гелда. Сыграли у большого голема. Клонобой, давай звездопад. Клонобой, выноси метку. Дубовую кожу упражни. Спринты, я диспелю с тебя. Стали в квадрат. Добиваем Халиона. Гелд, ваше мнение, добивать Халиона? Да, 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 конечно, добивать. Большого голема, как ты считаешь? Ну ладно. Добиваем Халиона. Уверенно, выноси метку, отрыв. Отрыв на КД. Вау. Граунд. Первого трая убили. Сейчас будет трай РС. Убивай, да? Блять, здесь еще нормально не упало. Можно поезд. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, мы чувствуем, я девки загуляю. Баренька ворвался. Так. Хорош. На обспек пояс. Видишь? Так, если что, я накидываю ГП, просто там оповещение выключено. Чешуя. О, суслятина. Выиграл, молодец. ГЦ.